Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Нейзи, и сегодня я поиграю в одну игрушечку, которая называется Behind You. То есть переводится как «Я сзади тебя». Вот, I вроде не behind, вроде I behind you, ну, не помню, короче. Приехали бы сюда на таком грузовичке, предысторию я не читал, но так как это очередной инди-хоррор за 300 рублей, то почему бы и не поиграть в него? Вот, тут какие-то щупальцы. Нет, это дерево на самом деле. Так, тут можно фонарик включить? Да, можно. Игра сделана на Unreal Engine. Выдает она у меня 60 FPS. Вот, тут очень темно. Чё мне? Мне как-то надо туда пробраться. Но тут каждая стена это вот такая вот. И очень мыльная текстура. Ваномас бы, увидев ее, умер прямо на месте бы. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там есть. Может, нам... Я что-то не то делаю. Может, как-то... А, не, все нормально. Так, стойте. Дайте я посмотрю. Что-то не понимаю. Короче, видимо, нам надо найти проход туда. Ну, давайте посмотрим, может тут реально проходик какой-то есть. Может мне попрыгать надо, не? Не. А, точно, это же инди-хоррор, тут нельзя прыгать. Что мне делать, ваша дивизия? Так, ладно, давайте я разберусь и посмотрим. Так, собственно, я побежал вообще в другую противоположную сторону. И тут какой-то стрёмный звук был, но... Блять, так как я уже не успел посрать перед этой игрой, то... О, кстати, дверь из сорса. Нет, я открыть-то. Как открыть-то, блядь, дверь? Алло. А, вот, на Е, понятно. Так как кресло. Если вы услышите вот такой звук... Ой, бля, где я? Понятно. Очередной инди-хоррор-хуёррор на Unity, который заставляет нас идти в какие-то ебения. О, арматура. ХЗБ какой-то. Скажи, главный герой, нахер ты вообще сюда попёрся, а? Чё, тебе, блядь, дома не сидится? Руфер ебучий. Ха! Пиздец, да? Так, ну, видимо, нам тут делать... Чё, блядь, кто пизданулся там? Звук такой, как будто кто-то пизданулся на лестнице. Да, спасибо, закройте за мной, пожалуйста. О, блядь. Охуеть. Охуеть. Охуеть просто. Просто пиздец. Ну и чё, выпускать меня будете, не, блядь? Окей, будет много мат, потому что хорроры без мата это не хорроры. Ой, давай еще фонарик, блядь, сядь у меня. Да? Да, давай, давай. Чё мне еще делать, как, блядь, фонарик, чтобы не садился? Так, меня заперли в этой комнате, как гей-шлюху. Видимо, сейчас сюда зайдет 6 негров и отдолбит меня в очеллу. Потому что другой я, ну, другой исход этой игры я не знаю. Видимо, так и будет. Ну... Чё мне делать, блядь? Да не... Чё? Ща реально придут, блядь, скажут, вот, на тебе метлу, убирай, блядь. Ну, ну уберу я вот это вот говно тут, что наложили вы, и чё? Дальше-то чё, алё? Ну, собственно, вот на вот этом весь хоррор и заканчивается, видимо. Меня заперли в 4 стенах. И чё? Ну, заперли меня в 4 стенах, и что? Ну, обо мне уже позаботились, видите, вот тут туалет лежит. Так, кроватка, ну, чтобы я поспал. Может, и поспать? Вот. Что тут? Коробки какие-то. Веник. Ну, веником, видимо. Подметать. Другого я... Ничего. О, ключик. Охереть. Ключик, хуючик. Ну, давай посмотрим. Ура! Открыли. Чаем хуйню. Ой, бля, пиздец. Свечки мне тут поставили, чё? Празднуют что-то? Ага! И что у нас тут? Зал каких-то гомогеев. Так, раз игра называется I Behind You, то значит давайте резко обернем. Ха, блядь! Никого нету! На ничес, суки. Меня ещё попляшете. Чё? Ха! Блядь, тут фонарик такой обрыганский. Вот мы, собственно, нашли вход сюда.
Ну, бля, в этой игре пиздец темно на самом деле. Нихуя не видно. Так. Тут у нас ничего тоже особо нету. Но это в этом и плюс. В этом и плюс. Ну и чё? Снова меня заперли в комнате. Да, блядь, нахуй мне ваши ребусы-то решать? Я и так устал от ваших ребусов. Вот тут двери какие-то понаставили. Заколочены. Чё мне делать-то? Бля. Какие же эти хорроры скучные, сука. В них максимум можно поиграть, только если... Вообще пиздец скучно станет. Так, вот я топаю, да. Тут чувак... О, какая попка. Вы посмотрите на эту попку. Угу. А вам сколько лет? Меня на 8 не посадят? Не, ну посмотрите, это... Господи. Видимо, я купил эту игру за этим. Только из-за этого. А? Ай, блядь! А, сука. Испугались? А? Я да. О, дверка открылась. Ну, освещение в этой игре, кстати, крутое. Тут обосрался. Иголька. Чё, не нравится? Да. Я тут, блядь, пришел в твою хату, разжигаю тут костер. Чё тебе не нравится, а? Мразота. Ну... Видимо, на этом и все, так как... Ой, бля, двери. Ой, какие двери? Часики. Завибрировали. Что? Мне же выйти надо снова, да? О, ключ. Класс. Не-не-не, закрой нахуй. Тут кролл, открой, блядь. Чё это было, блядь? Какие-то... О, пианино. Парарам-пам-парарам-пам-парам. Не, собачий вальс. Тарарам пам пам парарам пам пам парабам 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 пам пам па 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 пам па 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 пам парарам пам пам парарам пам пам парарам 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 пам пам. А, вот. Открывай, блядь. Чё? Блядь. Ой, простите, я не хотел так сильно пердеть. Извините. Открывай, блядь. Я не хотел так сильно надудонить вам. О, сатанинская дверь. Я хочу туда. Там, блядь, сам сатана придет. И нахуй ты себя проебал. Уебывай. Ну и... Пиздец. Чё, опять отойдут двери? Меня телепортируют куда-то. Господи, ну... А, ну конечно, блядь. Е нажал, и скрипт работает так, что типа тебе надо ждать несколько секундочек. Ха, блядь. Ну и где ты, бихайн? Ой, блядь, я пошутил, братишка. Так, отходим. Сейчас опять будет какой-то ебучий скример, нет? Ну конечно. Типа, чё, зашел, да? А, наебал и закрыл дверь. Опять что-то. О, блядь, картина пизданулась. Ты это... Дом-то твой, не мой, чё ты тут картины раскидываешь? Я бы советовал тебе обратно её повесить, не? Ща опять дверка откроется и перед ебалом закроется. Короче, эта игра получает у меня 2 куска говна из 5, потому что, ну, она неинтересная. Она просто неинтересная. 2 куска говна только за графику, вот и все. И вот этот фонарик. Не, фонарик вообще пиздец неудобный, чуваки. То есть, я не советую вам эту игру, и, блядь, просто меня закрыли в этих 4 стенах, что мне делать, вот, блядь, на лошадке вот этой поездить, да? Вот что вот, блядь, вот посидеть на вот этом коврике, да, вот по ксилофону этому подолбить, да? А, это не ксилофон. Вот мне кроватку тут поставили, как и в прошлый раз. Короче, игра неинтересная, всем до свидания. Так и давайте я верну свои сбережения на эту игру, потому что она неинтересная вообще.